Опа. Сейчас сяду. О, собака рвется в кадр. Давайте я вам покажу его. Иди. Иди. Вот он. Вырос. Вырос. Ну, вырос, да? Он какой. Кабачок. Ребята, записываю. Сейчас. Записываю на два микрофона, потому что я не уверена, что все у меня записывается. Ох, ну что, всем еще раз привет. Мы с вами не виделись 550 тысяч лет, потому что я не снимала видео. Спасибо, кто дождался. Если ты видишь меня не в первый раз, ставь лайк. Ну, конечно, подпишитесь и всякое тому подобное. Вопрос. Как вы думаете, что мы сегодня будем есть? Наверное, вы уже прочитали название, но вот этот белый стаканчик, абсолютно безликий, как бы намекает на то, что у нас сегодня вкусно и точка. Да. Приобрела я вот такой вот. Давайте посмотрим, что там внутри. Не буду вас обманывать, я уже вкусную точку ела. Пару раз, буквально пару раз. Пока что однозначного ответа у меня насчет того, стало это вкуснее, либо наоборот, качество стало хуже, нет. Поэтому давайте попробуем вместе с вами и узнаем. Сейчас будет шуршащий момент. Да-да-да-да. Картошечка фри. Беленькая. Салфетки. Слушайте, ну а здесь я уже набрала. Бургер. Это гамбургер. Это чикен премьер в такой бомжатской упаковочке. Это чизбургер. Это, видимо, сырные палки. Гранделюкс. А, это сырные палки, прикиньте, а наггетсы вот тут. Ну ладно. Разворачиваем. Первый у нас идет двойной чизбургер. Да, вот так вот. Так вот он выглядит. Две котлеты. Это наггетсы. Это классика, чизбургер. Слушай, ну чикен премьер, посмотрите. Он и был раньше так упакован? Наверное, да. Да? Такая вот булка. Кстати, симпатично, да, выглядит все. Хотя я это уже все принесла так, ну, минимум часа пол назад, а то и больше. Мой любимый Гранделюкс. Ух, красавчик, да? Давайте все расставим. О, ребят, сырные палки. И, конечно же, соусы. Я взяла себе два. Один тысяча островов. Вот, а второй. Ну, классический сырный. Я сырный очень люблю. Куда его? Сюда впихнем? Сюда, да? Что-то некрасиво. Так, ну что же. Все тут мои животные уже ходят вокруг меня. Хотят поесть. Давайте начинать. Слушайте, делаю камеру на себя. Еду будете... Будем есть, показывать все вместе. Короче, меня здесь не было. Меня здесь не было сколько? Да, месяцев 5, да? Ну, конечно, ребят, честно вам скажу. Чикен премьер. Вкусно. Конечно же,
вся вот эта ситуация, она немножко на меня подействовала в депрессивном формате. Угу. Вкусно. Вкусная точка, это вкусно. Ситуация подействовала мне в депрессивном формате. Я ушла в себя. Я и так там уже не снимала, да, перед этим всем. А тут вообще, короче, ушла в себя. И все. Но, ребят, надо заканчивать грустить, правильно? Жизнь продолжается. Будем снимать. Будем выкладывать. Кстати, расскажите мне, кто-нибудь смотрит YouTube? Вообще, насколько это крутая штука? Потому что я YouTube не смотрю, но мне кажется, надо бы. Смотрите, это роял. Слушайте, роял выглядит отлично. Знаете, что я вам скажу? Что от многих людей я слышала, что типа стало лучше. Огурчик, помидорчик. Типа стало лучше, вкуснее. Доделали рецептуру. Ну, знаете, все-таки что-то они там подшаманили. Что-то они там подшаманили. Исправили. И, знаете, стало не то, что вкусно. Было вкусно. Сейчас что-то изменилось. И дело в том, не сказать, что в худшую сторону. Так, смотрите. Это у нас двойной. Да, две котлеты. Вообще, нечестно, наверное, так ставить свои оценки, когда вот там бургер уже остыл, полежал. Но это вкусно и остывшим. Слушайте, мне нравится. Мне реально нравится. Я, вы знаете, нельзя сказать, раньше было вкуснее. Я не помню, как было раньше. Если бы мне вот дали сейчас два бургера вместе, да, попробовать, я бы сказала, в чем разница, что мне больше нравится. Сейчас мне это нравится, в принципе, как мне нравилось раньше. Угу. Вкусно. Давайте попробуем сырные палочки. Они не будут тянуться, они уже остыли. Но, тем не менее. Вкусно. Честно вам скажу, сегодня не то, что я прям очень хотела снимать. Гамбургер. Случилось спонтанно. Иду в магазине. Иду мимо точки. Вкусная точка. Иду мимо нее. И думаю, блин. Во-первых, есть хочу. А во-вторых, что лет уже не снимала. Думаю, надо снять. Это чиз. Чикен делюкс. Вкусно. Думаю, надо снять. И надо выходить, знаете, уже из этого состояния, типа, ничего не хочу делать. Слушайте, попробуйте.
Соус Тысячи Островов. Это как кетчуп с майонезом. Взяла два соуса. Думала, мне этого хватит. Надо было брать три. Вкусно. Знаете, что мне кажется? Может, я голодная, но сейчас ем аппетитнее, с большим аппетитом, чем когда мы ели мак. Сравните, я вот тут прикреплю ссылочку на видео с маком. Может быть, визуально найдете отличие. Но, честно вам скажу, хуже не стало точно. Также, моя рекомендация, если вы не пробовали двойной чизбургер, пьем спрайт. Если вы не пробовали двойной чизбургер, попробуйте. Он намного... Сейчас он немножко подостыл, но когда он горяченький, он намного более сочнее, чем обычный. Он прям тает во рту. Люблю вот так зачерпывать соус. Тема. Я с детства люблю майонез. И да, любые соусы. И все вкусные соусы я просто... Я не знаю, если вот у меня дома будет соус, я просто выпью. По поводу вкусной точки. Сегодня делаю заказ через мобильное приложение. Я, короче говоря, два раза перевбивала, чтобы у меня была картошка по-деревенски. По итогу мне положили обычную картошку. А я подхожу и говорю: нет, я хотела картошку по-деревенски. Мне говорят: у вас в заказе указана картошка фри. Я говорю: вы чё? Я люблю только по-деревенски. По итогу девушка в мусорке находит мой чек и показывает мне фри. Меня немножко взбесило, потому что я заказывала по-деревенски. Вот такие вот недоработки пока есть. Слушайте, вкусно. Угу. Почти все съела. Еще вспоминаю, что забыла сделать превью. Красивое фото. Okay. Будем делать так. Относительно съемок буду стараться хотя бы одно видео в неделю выпускать. Там посмотрим, как пойдет. Не хочу, сейчас даже извиняться за такой долгий перерыв. Ну, потому что, ребят, реально, съемка видео изнимает много сил и энергии. Плюс я ведь работала раньше. И прямо это было невозможно. То есть я могла записывать эти видео в 11 часов вечера. Поэтому сейчас мой график стал более свободный, и я могу себе позволить спокойненько записывать одно-два видео в неделю. Почти все съела, да?
если вы заметили, я не знаю, насколько вы знакомы с меню ресторанчика. Здесь нет Биг Мака. Они сейчас ввели новое меню. Это блюдо в меню называется Big Special. Но в том маке, мне хочется сказать, не было этого блюда. Поэтому мы с вами Биг Мак, точнее Биг Тейсти, не попробовали. То есть просто его не оказалось в меню, видимо, где-то есть, где-то нет. Они его только-только ввели, поэтому довольствуемся тем, что есть. Ну, конечно. Конечно, меню стало меньше. Выбор беднее. Но пока что качество не ухудшилось. Я не знаю, что будет дальше. Может быть, пока они держат марку. А, допустим, через полгода забьют и, там, не знаю, будет какая-нибудь подгорелая картошка. Как часто, кстати, это встречается в каких-нибудь KFC. Пока это вкусно, поэтому если в вашем городе открылась вкусная точка, вы думаете идти, не идти, сходите, попробуйте, сравните. Как видите, я все практически съела. Осталось только куриный. Но куриный я не очень люблю. В детстве я обожала куриные бургеры. Сейчас же мне больше нравится с говядиной. Вкусная точка мы ставим зачет. Все реально вкусно. Будем есть дальше. Ну что, мои дорогие, всем пока. Всех целую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репортажи.